Всех приветствую на канале. Начала вязать летние шлепанцы. Шлепанцы глубокие, без задника. При желании можно связать задники. Шлепки я комбинировала. Кофе с молоком и светло-бежевый цвет. Пряжа Yarn Art Begonia. 50 грамм в мотке, 169 метров, 100% мерсеризованный хлопок. Подошва 38 размера. По бортику поставила метки через каждый сантиметр по канавке. Проколола шилом и провязала капроновой нитью. И начинаю обвязывать. Обвязываю в одну нить. Основную часть вяжу в два сложения. Вытянула петлю. Провязала. Капроновую нить сразу провязываем. Провязываю по два столбика. Один, два. В следующую один. Два. И так в каждую петлю провязываем по два столбика. Вязать буду крючком номер два. Итак, провяжем по два столбика по кругу. Провязала ряд столбики без накида. Соединяю в первую петлю. Одна воздушная. Разворачиваю. И провязываю столбики без накида. В каждую петлю столбики без накида. Так провязываем по кругу. Довязала ряд столбиками без накида. Соединяю в первую петлю, одна воздушная, и отрезаю рабочую нить. Если вы вяжете одним цветом, продолжаем этой же нитью, не отрезая. Я же обвяжу вторым цветом. Вяжу уже в два сложения. Обвязываю под столбики. Вывожу петлю. Провязала. Хвостики сразу провязываем. Не в петлю, а под столбик. Под каждый столбик. Итак, провяжу весь ряд и отрежу рабочую нить. Провязываем по кругу.
довязала до края, соединяя в первую петлю, одна воздушная. Я обвязала по бортику под каждый столбик. Если вы не хотите обвязывать, отрезайте рабочую нить. Вывожу петлю под столбик на лицевую сторону. И обвязываю. Вытянула петлю, провязала. Вытянула, провязала. И так обвяжу по кругу и отрежу рабочую нить. Обвязала край по подошве и последнюю петлю на изнаночную сторону. Сделаем узел и отрезаем. Эту нить можно потом провязать. Вырезала стельку. С одной стороны кош-картон, с другой резина Эва. И нужно ее вставить. Вырезала немного меньше по размеру. И вставляю ее. Стельку вставила. И дальше начинаю вязать бортик. Я комбинировала. Если вы одним цветом вяжете, вяжите одним. У меня идет бежевый цвет. Мне нужно будет связать 21 решетку. Одна решетка состоит из 3 петель, значит, умножаем 21 на 3, получается 63 петли. Я же обозначила маркером. Так вот получается ровно 63 петли. И начинаю вязать с изнаночной стороны столбики без накида. Вяжу в 2 сложения. Делаю первую петлю. Одна воздушная, хвостик сразу провязываем, следующую столбик без накида. Итак, провяжем в каждую петлю столбик без накида до маркера. Общее количество 63 петли. Довязываю столбики без накида. Одна воздушная. Повернули. И сразу же под столбик, под первый столбик провязываем. Под следующий.
провязываем под столбики до края. Довязываю столбики без накида, не пропускаем, иначе количество петель уменьшится. Перехожу на другой цвет, не довязываю 2 петли. Провязала. Одна воздушная, развернули, этот хвостик провяжем и в каждую петлю провязываем столбик без накида, подтягиваем вязание. Провязываем по изнаночной стороне столбиками без накида. И так провяжем весь ряд. Довязываю ряд столбики без накида. Провязываю все петли. Одна воздушная, развернула и сразу же под первый столбик провязываем. Под второй столбик провязала. И так под каждый столбик провязываем. Провязываем до края. Последнюю петлю не довязываю. Провязываю бежевый. Одна воздушная. Развернула. И сразу же в первую столбик без накида. По изнаночной провязываю столбиками без накида. По лицевой под столбики. И так я провязала 4 грядочки. Количество может меняться в зависимости от размера. Провязываем самостоятельно. Провязала 4 грядочки бортика и перехожу вязать вот такую сеточку. Рабочую нить не отрезала, также бежевую не отрезала. Провязываю 4 воздушные, 2, 3, 4. Развернула, накид через 2 петли, 1, 2, в третью столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2. Накид через 2 петли, 1, 2, в третью столбик с накидом. Две воздушные, 1, 2, накид через 2 петли, 1, 2, в третью столбик.
столбик с накидом. Так у нас должно получиться 21 ячейка. Провязываем самостоятельно. Провязала столбики с накидом. Получилось 21 ячейка. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Развернула. И в следующую ячейку провязываем столбик с накидом. Две воздушные, 1, 2, вот как у нас получается, накид, следующую, вяжем между столбиками, 1, 2, воздушные, накид, следующую ячейку, столбик с накидом. И так провяжем 10 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязываем. Довязала до 10 ячейки. Вот у нас посередине ячейка. 2 петли на крючке, накид, и вот эту среднюю ячейку не провязываем, через одну провязываем накид и 3 петли вместе, так потуже провязали. 2 воздушные, накид, и в следующую провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, накид, провязали. И так провяжем до края. Довязала до края 2 воздушные, накид, провязали. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В этом ряду у нас стало на 3 ячейки меньше, 18 ячеек. В каждом ряду будем убавлять накид, и вот в следующую столбик с накидом. Две воздушные, 1, 2, накид, в следующую. Провяжем до середины. Провязала до середины, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячейку не довязала. И вот где мы посередине одну ячейку не провязывали, и вот здесь будем внимательно, 1, 2 не провязываем. Вот у нас середина, 1, 2, следующую, накид, вот они, вот
накид, провязываем накид и 3 петли вместе. 2 воздушные, 1, 2, накид в следующую, провязали, 2 воздушные, 1, 2, и так провязываем до края. В каждом ряду ячейки убавляются, как сердечком получается посередине. Провязываем до края. Столбики с накидом. Провязываем. Довязала до края, 2 воздушные, накид. Провязали столбик с накидом. 4 воздушные, 2, 3, 4. Развернули, вот у нас убавилось. Накид, и вот в первую ячейку не провязываем, во вторую. Столбик с накидом, 2 воздушные, накид в следующую ячейку, столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, накид в следующую, провязали, 2 воздушные, накид в следующую, провязали столбик с накидом, 2 воздушные, накид. В этой ячейке не довязываем, накид, вот. Вот эти 2 не провязываем, провязали накид, 3 петли вместе, затянули, 2 воздушные, и уже в каждую ячейку провязываем столбик с накидом, провяжем до края. Довязала до края 2 воздушные, накид, и в последнюю ячейку столбик с накидом, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и вот эти вот посередине 2 не провязываем, вот рядышком развернули, вяжем до середины, накид в следующую ячейку, две воздушные в следующую, две воздушные, не довязываем,
2 петли на крючке, накид и через одну провязываем 3 петли вместе, затянули 2 воздушные и провязываем 2 края. Две воздушные, накид и в крайнюю провязали. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Вот. Развернули, накид, первую не провязываем, во вторую не довязываем, 2 петли на крючке, накид через одну, три петли соединили, 2 воздушные, в крайнюю провязали. И последние 2 воздушные, провязала. 1 воздушная. Все, сеточку вязать закончили. Отрезаем рабочую нить. Распустила. Затянули и начинаю вязать подъем. Начинаю вязать с изнаночной стороны. Отсчитываю 2 петли. 1, 2. Вывела петлю. Хвостик провяжем сразу, 1 воздушная, следующую соединяю, соединительная, провяжу 1 петлю, откуда начинался ряд, столбиком без накида. Между столбиками провязываем следующую между столбиками. Между столбиками и обвязываю по 2 столбика в каждую решетку, по 2 столбика, 1, хвостики провязываем, 2, в следующую решетку. Один, два, в следующую,
1, 2. Если провязать 3, получится очень широкие. Обвязываем по 2 столбика. Довязываю до края между столбиками. Провязываем столбики без накида. Провязываем, откуда начинался предыдущий ряд. Развернули. Два раза соединяем. Один, два. Первую не провязываем, во вторую под столбик. По лицевой стороне обвязываем под столбик. Каждую провязанную под столбик. Также по 2 столбика в каждую ячейку. Обвязываем 1, 2, 1, 2. И так провяжем весь ряд под столбики. Довязала ряд под столбики, петли не пропускаем, так как я вяжу с двух цветов. Сначала соединяю тем цветом, который вязала ряд, и следующий перехожу на бежевый цвет. Повернули. Если вы вяжете одним цветом, так и продолжайте. Первую не провязываем, во вторую столбики без накида. Провязываем каждую петлю столбики без накида. Провязываем. Провязала столбиками без накида. Провязываем все петли. Развернула. Соединяю 2 раза. 1. Следующую петлю. 2. Первую петлю не провязываем, во вторую под столбики. Под каждый столбик провязываем. Так, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 грядочек. Если вы хотите не глубокие, можно провязать меньше. Провязываем самостоятельно. Провязала 9 раз по изнаночной стороне столбиками без накида.
по лицевой стороне 9 раз провязала под столбики, по краям соединяла 2 раза и осталось провязать 1 ряд столбиками без накида и обвязать рачим шагом. Отрезать нить не хочу, поэтому провяжу под столбики. На пятки провязываю. Вытянула петлю, провязала. Так провяжу до подъема. Довязала до подъема. С первой петли провязываю столбики без накида. Провязываем столбиками без накида. Провязала один ряд столбиками без накида. Рачим шагом буду обвязывать в одну нить. Одну нить отрезаем. Возьму крючок потоньше. Этот хвостик провяжу сразу. Одна воздушная. Следующую петлю вытянула петлю, две петли провязала, в следующую вытянула петлю, две петли провязала. И так обвяжу весь край и отрежу рабочую нить. Обвязала весь край рачим шагом, сделала узелок, запрятала хвостик. И на этом видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем подписываться на мой канал. Также присоединяемся в группе «Обувь, вязаная крючком». Делимся своими фото. Всем пока-пока!